Привет, YouTube! Мы продолжаем наш цикл роликов, посвященных новинкам, представленным в Pebble Beach. И в сегодняшнем выпуске вы узнаете о новом творении компании Bugatti. Это новый гиперкар, и он абсолютно не похож на своего старшего брата Chiron. Встречайте Bugatti Divo! Свое имя гиперкар получил в честь знаменитого французского гонщика Альберта Диво, который выступал в 20-х годах за команду Bugatti и принес компании две победы на знаменитой гонке Тарго Флориа в Сицилии. Под капотом новинки располагается знакомый по Широну 8-литровый 16-цилиндровый силовой агрегат, способный выдать 1500 лошадиных сил и работающий в паре с коробкой с двумя сцеплениями. Максимальная скорость новинки ограничена на отметке в 380 км в час, что на фоне Широна, конечно же, не впечатляет. Но Диво проектировали для других целей. Все дело в том, что новинка обходит на испытательном треке Нардо своего старшего брата Широн на целых 8 секунд. Инженерам удалось этого добиться за счет снижения массы гиперкара на 35 кг в сравнении с Широн. А его полностью переработанный аэродинамический обвес вкупе с новым антикрылом способен сгенерировать 456 кг прижимной силы, что на 90 кг больше, чем у Широна. Также были перенастроены подвеска и рулевое управление. За счет таких изменений при прохождении поворота в Диво боковой перегруз может достигать 1,6G. Так что Диво, в отличие от своего старшего собрата, рассчитан в первую очередь на получение удовольствия за рулем. Внешний гиперкар очень похож на Широн. Отличить новинку можно по измененной передней и задней оптике, а также небольшим изменениям в интерьере гиперкара. Всего будет построено 40 таких автомобилей. Цена каждого экземпляра составит 5 миллионов евро. И да, можете не беспокоиться, все они уже давным-давно проданы. Но это был канал King Drive. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!